Но у некоторых нету. Ну да, они просто звери, а не люди. Ну, вот один человек отрезает голову другому ради каких-то целей. И детей учат убивать взрослых из автомата. Ну, есть у нее душа. Ну, может, она какая-то есть, но она же не человеческая. Человек, когда рождается, он же не зверь. Он рождается добрым. Нет, что такое душа? Человек трехсоставен. У нее дух, душа и тело. Слыхали? Душа. Это обязательно. Она в человеке есть. Если душа отходит от тела, то человека уже нет полностью. Есть труп. Слыхали такое слово? Человек без души – это труп. И вдунул в лице его дыхание жизни. И стал человек душой живую. Как можно растолковать эти два слова? Прах земной. Это то, что состоит из элементов, которые Дмитрий Иванович Менделеев создал и поместил в свою таблицу. И вы, и я, и эта камера, которая за вами стоит, и кресло, на локоток которого вы опираетесь, и ваши дети, и цветы, и луна. Все состоит из сотни с небольшим элементов. А вот этот порядок, как они соединены, это создал Бог. То есть мы все, и живые существа, и минералы, и деревья, созданы всего из ничтожного количества элементов. Это все прах земной, потому что ну, земля тоже из этого состоит. И Господь создал человека именно вот из этого материала. Мы тоже создаем из атомов. Так. Теперь, чтобы создать душу живую, Бог вдунул эту душу живую в человека. И получилось существо говорящее. Вот кресло ваше не может говорить. Камера тоже смотреть может и даже фиксировать кое-чего. Говорить. А человек может, он живой, он думает. Он сострадает, он сердится, он может добро проявлять. Это все продукт души, того, чего вдунул человек. Вот этим человек отличается от всех объектов, которые существуют на земле и в небе, там птицы, насекомые, но и они из этого состоят. И у каждого своя роль, и жизнь дана с определенной целью. И вот эту цель мы познаем через Бога, который нам это открывает, и открывает путь, по которому мы можем пойти, чтобы достичь блаженства.